Всем привет, с вами как всегда Дел, и мы сегодня продолжаем Unmechanical проходить. Вот такие дела. Я записываю уже вторую серию после великого промежутка между записями. Ну, как вы могли заметить, я оставлял комментарий на канале о том, что типа нет времени объяснять, надо ебашить визуализации. Так, вот этот фонарь, по-моему, так мягко намекает на то, что нам сюда. Но мы здесь были. Какие? Собственно, ничего путнего у меня в визуализациях не получилось, но вы могли это видеть уже. Но, по крайней мере, я считаю, что начало положено для нормальной работы в After Effects. Тем более, я все делаю абсолютно сам, то есть никаких уроков, ничего подобного. Для меня так гораздо лучше. По-моему, я здесь везде был, да? Ну так, чисто от фонаря теперь летаю. Чисто на скорость, знаете. Ну, хотя, мало ли, вдруг я что-то пропустил. Вряд ли. Все, что нужно, здесь. Так, где нас не было еще? Я знаю, где нас не было. Явно не здесь, по крайней мере. Окей. Такие дела, ребят. Я не знаю, куда лететь. Здесь у нас... штуковина не работает. Здесь у нас, хотя по-моему есть одно место, которое было всегда закрыто. Если оно сейчас будет открыто, будет... нет, оно закрыто. Больше разглагольствовал, конечно. Будьте, пожалуйста. Нет, ну ладно. Такие дела. Так, сюда я уже тоже пролетал. Что мне делать? Давайте-ка пойдем куда-нибудь сюда, что ли? Ой, будьте мне. Очень темно. Очень-очень-очень темно. Тоже тупик. Окей. Хотя один вариант, конечно, есть. Так, а куда я лечу-то? Я же ничего не вижу. Окей. Один вариант есть. Помните, где мы в прошлой серии высушивали какой-то небольшой водоемчик? Ну, как сказать, водоемчик? Бассейн. И вот, по-моему, там под воду можно было спуститься. Но я не помню, если честно, куда это надо двигать. Да и, по-моему, это было даже не в этой локации. Переход был именно здесь. Теперь он не работает. Отсюда выход. Какого хера? Ладно. Ладно. Разберемся. Должны обязательно во всем разобраться. И сюда снова сходим. И туда снова сходим. И везде сходим. Везде. Здесь у нас ничего интересного. Окей. А здесь у нас... кстати, водичка.
По-моему, ребята, нам сюда и надо было. Замечательно. И что у нас здесь? Так, вот. Всегда боялся плавать под водой, когда темно. А вдруг какая-нибудь херотень тут сейчас вылезет, меня сожрет. По-любому так и будет. По-любому. Атмосферно, я вам скажу, ребят. Так, ну здесь хотя бы есть свет. Ладно, придется вернуться назад, к сожалению. Там возьмем камень какой-нибудь. Да, музыка, конечно, в тему. Вон, там есть кубик, он лучше будет стоять. Давай, кубик, пойдем. Так, я тут узнал недавно, что лучше при перелетах брать их в упор. Да, будет лучше. Да. С ним кирпичом мы точно одно посядем. Хотя под водой все легче. Так, ладно. Здесь мы сделали. А что у нас здесь? Здесь, по-моему, совсем темно и печально. Ого. Ой-ой-ой. Это что у нас на заднем плане? Ладно, здесь мы хотя бы прошли просто по кругу, но там... Там вообще тьма кромешная. Не, ну эти шарики на заднем плане меня просто вымораживают. Окей. Ладно, 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 ладно. Здесь вроде бы все хорошо. Ого! Смотрите, куда мы выбрались-то, да? Ладно, теперь мы знаем, как здесь все устроено. Теперь поехали в другую. В темных местах залазить в темные трубы. Хера, я сюда полез вообще. Все, наконец-то из воды вылез. Все. Вы издеваетесь. Я туда не полезу. Нахер. Здесь у нас течет вода. Ай, ладно, была, не была. Эй, гадости. Вы типа червяк. Смотрите, ребра. В нем еще какие-то механизмы есть, офиги. Бомба. Окей. Ну, это было просто. Должен вам ее протащить. Она взрывается.
бы открыты. Окей. Если сюда. Улетишь отсюда. Если сюда. Улетишь вот здесь. Как-то так, да? Но я понял, что делать. Окей. Попытка номер два. Офигеть, с каждым разом загадка все сложнее и сложнее. Головоломка, точнее. Ты что за поле чудес, вашу Машу? Так. Я осознал. В общем, нужно сделать так, чтобы все, абсолютно все поля были разных цветов, и нужно, чтобы одинаковые поля с одинаковым цветом не соприкасались друг с другом. Собственно, вот у нас сейчас проблема с синим и досталась. Если мы включаем желтый, у нас не работает желтый. Красный не работает красный. Зеленый не работает зеленый. Хотя один вариант есть. Попробовать сделать вот так вот. Сюда зеленый. Сюда зеленый. Остался желтый, да? В этом месте. Ну и сюда красный. Все. Замечательно, ребят. Мозг прям варит. И, наконец-то, последний шар. Живем. Так, сразу вылетели, причем спиной вперед. Куда надо. И чё к чему? Пацанчики заработаются. Когда они попадают в этот вот радиус. Что?
Бетховен 3. Иди она сюда. Куда ты пошел? Что нам это дает? Может, наконец-то тут дверь откроется? Да! Так, и что у нас здесь? Очередная дырка. И переход на новую локацию. Окей. Ой. Так, ну я думаю, давайте на этом серию завершим. Че уж затягивать. Опа. Ничего слышал. Че за звуки, мать вашу? Что за радистка Кэт мне тут передает? Ну ладно, неважно, разберемся в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока и удачи. С вами был Брон.